Эй, ребят, я нашел на тенденцию того, что некоторые люди постоянно говорят: «Этот неловкий момент то, и этот неловкий момент это», и обычно это не бывают неловкие моменты. По типу как «Этот неловкий момент, когда Джастин Бибер ответил на мой твит». Это не неловко, это нормально, он занимается многими вещами, и ему тоже нужны друзья, окей? Привет, мам. И меня уже начинает вводить из себя, когда люди пытаются что-то показать поговоркой. Этот неловкий момент, когда... Вы не знаете, идти влево или вправо. Oh, давай, извини, я тогда просто... Тогда пойду. Может быть, тогда туда? Это no. Реально... Это... Я иду сюда. Договорились. Когда заканчивается песня, ты продолжаешь говорить так же громко. А я ему сказал, представь, что если я гей! Эй, чувак, а ты теперь выглядишь лучше в моих глазах. У вас разные рукопожатия. А, привет, мужик. Давай сюда. Вы прощаетесь, но вам нужно идти в одну сторону. Приятно было увидеть тебя. Что у нас тут? Когда ваши ноги ревнуют к вашим рукам. Эй, ты действительно хорошо выглядишь, рука. Я не это имел в виду. Когда ваш друг сделал вам подарок, который вам не понравился? Эй, чувак, я сделал футболку специально для тебя. О, спасибо, бро. Когда этот друг смотрит видео, где вы говорите, что не хотели этот подарок. Когда вас застали, что вы смотрите, собственно, не видео. О, здорово, мужик. Серьезно, бро? Ты смотришь собственные видео? Это как-то самовлюбленный мужик. Оу, зато я не хожу в футболке с собой. Ну, я просто... Все вещи мои в прачечной, и поэтому я... Окей, возможно, я чуть-чуть преувеличил. Но все эти неловкости обычно происходят, потому что вы неправильно реагируете. Не чувствуйте себя неловко. Порадуйтесь. Посмейтесь. Насладитесь этим. И вы больше не столкнетесь с неловкой ситуацией. Неловкость. Бро, ты тоже снял видео про неловкости? А, да. Ты сказал, что смотрел. А, да, да, я правда... Я же сказал, что это было реально клёвое видео. Я даже помню, как я его пересмотрел. Снова. Время что, уже 7? Ты не смотришь мое видео? Нет, я не смотрю. Это неловкий момент, когда вы думали, что видео закончилось.